Нагрудные знаки Галинового министерства «Выдатник адукации», гоноровые грамоты облвыканкама и областного совета депутатов, занесение у книгу «Наставницкой славы региона». Сегодня в Гомеле прошло областное свято, просвященное Дню наставника. С его удельниками сустрелись наши корреспонденты. Областный сход наставников его удельники характеризуют одним словом – команда. Профессионализм, здольность хутко вырашать задачи, креативность, терпение и готовность допомогчи. Коли такие якости уластивые наставников Гомельской в области, они заправды моцная дружина однодумцев. Выники работы коллективу, перемоги вучнев на престижных международных конкурсах и споборництвах и абсолютная перемога Гомельской в области у республиканском рейтингу по выниках централизованного тестирования. Задача учителя, что ученик превзошел. Учитель. Это основная цель и задача любого педагога, который связан с образовательной деятельностью. Потому что в задачу педагога входит не только подготовить учащегося, дать ему знания, умения, навыки, но и воспитать, в первую очередь, гражданина своего государства. День наставника – одно из нешматликих профессийных святов, якое означает вся краина. Урочистый сход – это, перш за все, ушанование лепших з лепших. Нагрудные знаки Галинового министерства «Выдатник адукации» директору Мазырского дитячего дома Ирине Вишневской и наставнице математики Брылевской средней школы Гомельского района Натальи Сялюк, гоноровые грамоты облвыканкама и областного совета депутатов, четырем педагогам в области и одна из самых престижных узнагород. Прозвище Сергея Порошина, який шмат гадоў отдал работе в Галине, уносится в областную книгу наставницкой славы с уручением знака «Поспех, угодность, отданность». Потом он признается, у его шмат разных узнагород, але это самая высокая оценка его деятельности. Хоть только официальными отзнаками свята, присвеченная Дню наставника, не обмежевывается. На сцену выходит заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева. Але перед тем, как начать спевать, она звертается до наставников. С праздником, дорогие друзья! Всегда молодые, всегда красивые, всегда в строю. Оставайтесь такими, будьте счастливы. Завтра удельники свята снова почнут занятки у своих научальных установах. Сегодня только у школах региона научается маль 156 тысяч человек. Веншевать своих педагогов будут и наученцы средних, специальных и высших научальных установ. Вучить это совсем непросто. Але коли все отрымливается, большего счастья не бывает. Даже когда летние каникулы у детей, то есть они уехали, может быть, по домам, кто-то куда-то отдыхать, и у тебя день рождения летом в июле, и они звонят и говорят такие слова, что просто понимаешь, что это на самом деле есть счастье. Олег Сентюро, Марина Джала, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».